По еще одному громкому делу о взрыве на улице Грушевского у силовиков до сих пор нет единой версии. Следователи отрабатывают несколько вариантов. Это и хулиганство, и покушение на жизнь военнослужащего. Так говорят в столичной прокуратуре. Оперативники ищут свидетелей этого преступления, изучают видео с камер наблюдения. К расследованию привлечена СБУ. Напомню, в день празднования Дня независимости в центре Киева прогремел взрыв. Пострадали три человека. Это родственники героя Украины, офицера Валерия Чебинеева, а также его сослуживец.